Леша! Самое сразу к делу. В воскресенье работаешь, занят, свободен. И футбола у тебя, футбола никакого нет у тебя, да? Слушай, у меня есть предложение, как ни странно, не по футболу. Вот, я не знаю, ну, я бы, наверное, звал уже там футбольный бильярд такой. Вот, а еще там к боулингу ты как-нибудь относишься? Боулинг играл? Вот, тут такое дело, короче. Там вот эта площадка, они сейчас
переехали в Меркурий, тут, ну, там вот этот, наверное, не знаешь, как на севере, там у нас ничего на рейке, старая деревня. Короче, там турнир он собирает среди фирм. Я, естественно, написал ему, какая он мне предложил фирма, я говорю, какой, иди к себе, естественно, там даже заикаться не о чем. Кто там что-то заплатит, да. Я думаю, может, сами соберемся. Там всего нужно, ну, в общем-то, три человека всего. Там одна девушка нужна и три парня. Ну да, всего четыре, то есть я как бы свою девушку беру. В общем-то, если ты будешь, надо еще всего одного человека. Как футбольный бильярд, я понимаю, что вряд ли кто-то играет. Поэтому хотя бы, чтобы в боулинг имел какое-то представление, чтобы там хоть за что-нибудь побороться. Вот. Нет, обычный боулинг, там просто боулинг-клуб, и в нем стоит этот футбольный бильярд, и вот он организовал, чтобы и то было. Там как бы из двух дисциплин, там по сумме очков там будет бить, выявляться, там 8 команд, фирм, там, в общем, еще организации, но я так сам по знакомству, сами по себе. Там всего 2000 взнос, как бы, то есть 500 рублей с человека получается. Это воскресенье с двух... Стой еще раз. Еще раз, что возьмешь? Не, побыть-то, естественно, там болельщиков только приветствуются. Тут 10 человек, это понятно. Не вопрос вообще. Если устали, я готов снять. Ой, молодец. Ай, все молодцы. Ну, просто мне вот сейчас практически надо ему ответить, будем участвовать или нет. Ну, я тут хотел вот эту вот организацию ФЛК набрать, но что-то вообще никого. Все. Давайте там еще кого-нибудь поищи, может, ну, я думаю, из наших, в принципе, можно туда... Так давай, а что, без проблем вообще, будем, Дикси, скажу ему, что мы Дикси, а не НФЛК, и все. Что там? Ну, отлично. Может, тогда какой-нибудь типа формы? Трудно придумать какую-нибудь форму. Я, может, еще прям там, да. Ну, ладно, на форму обойдемся. Может, хотя бы в одном цвете будет. Для разнообразия. Ну, в смысле, тебя и еще одного. Всего, да. Ну, да. Да-да-да. Что ты так? Ну, это понятно, но тут он думает, что там... Зато там футбольный бильярд, там тоже, где там, на верхних игроков. Там же тоже фирма. Там максимум приходили, там сами поиграли, и все. Ну да. Ну да, там ты еще самый, там, как я понял, я тебе могу в ВКонтакте прислать этот самый, там, как вот, презентация. Что это, где это, почем? Вот это всем попозже вышло. Тебя! Да, да, ага. Хорошо. Все, давай. Иванка, давай. Давай, давай, Карл, подъем, Иванка. Парни, там, там, Рауль. Валера, игрока найди. Да ёпта, я же один!
Леш, готов? Готов, блин.